Так бухнуло, так бухнуло, все засыпало. Ну что делать? Когда у нас кончится война? Господи. Ребенок в реанимации, жена с переломом, тоже в больнице. Скорая пришла, два, вторая. Збиралась быстренько, одягалась. А в той момент, коли вже відкривала двері в общий коридор, бахнуло, окна заіграло. В окно, оно все в диму, нічого не видно.